Селам алейкум, сізіле Айши Шулакова, ве біз башлаймыз. Афтанын эсас вақаларыны талилетейік. Крым инвесторларны насыл этып джелпете. Шымды игрымге яқын аңлашма ишленіле. Ятырымларның көлемі 20 миллиардқа яқын. Инвесторларынды жумхуретіміздің инкишафына 150-ден зияде миллиард рубле масраф эттілер. Ятырымлар үчін насыл салар зияде жекелеше. Пандемия кабатла, ишсіз қалған адамларның сайысы артты. Эвде отырдық, чүнки іч бір ерге чықмаға мүмкіндігі леді пек қиен еді, мескенні біз кераға тұтамыз. 46 бинден зияды адам іш қыдыра. Не үчін ішсізлерінің сайысы арта ве Қырым акиметі бойлы вазиеттен насыл чықаджақ? Ковид кері қайта. Бүгін ятақлар фонды 61% толу. Шу жүмледен ковид үчін айрылған ятақлар фондыны эксілтмеге қарар алдық. Сынырлану вчерелері файда кетіріп башлады. Ашылама ярдымынен коллектив иммунитетке иршіп олачамыз мы? Қырымның вице-премьер везері Эмекви Иштимаи Куруф везері Елена Романовская Миллет телеканалымызға берген эксклюзив интервьюсы. Яд бала олмай, алып бақан бала туған олып қалмасы үчін не япмалы? Эң кичик оглум 3 яшында олганда курантамызга да бір огланчык алайық деп яныма келген еді. Эр шей бойле башланды. Кырым сакинлері балларны сирекче алып башладылар. Ишсизлердің сайысы эпарта. Егер пандемиядан эвел олар 5000 олсалар, бүгінгі статистика қорқуза. 46 бинден зияды кырым сакинлері иш қыдыра. Эмек базарында меселені чезіп олурмыз ма? Кыйын вазиетке оғыраған адамларға насыл ярдым берілгені ақта Невбетте Келевхамызны сиретініз. Коронавирус дуняны бутунлей дыныштырды, базарлар да истесна олмады. Эвелері юзлер, жемустерелер топланған ерлер шымды бомбош. Ахметшедеки эн буйык базарларындан бірінде бойле вазиет. Тиджари ноқталарының 70% қапалы, юзлер же адам ишсіз қалды. Яшайши Чункуреш, буюк тиджари меркезлернен мусави олмаған ракыплик, пандемия. Бұлар эпсе велден кергін олған вазиетте базарға да азиаде мен фитте сыретті. Тиджари ерні шымды 300 рубледен башлап кираға алмақ мүмкін. Фиат орта дереджеден ұджус, лекен бұда чохусы иш адамлар үчін буюк парадыр. Олар бізге эр вақыт эндірім, яда киралық толевна эксілтімек мақсадынен мұражат эделер. Элбетте елімізден кергенімізні япамыз. Екатерина Иванова эркешелер үчін тюкянын сайыбы. Эвелері қадында 3 бутик барыды. Шымды тюкянда бір өзіз чалыша, башқа сатыжы тұтмақ әлверішлі дегіл. Эр вақыт эндірімлі сатулар акциялар өткереміз. Біз іш адамлары пара қазанайық деп. Мүштерелер ісе кефетлі шейні ұджузже фиатқа сатын ала білелер. Дарья Парфенова диетолог, бунен бір сырада рухи айтшы зинаты бойынша тасил ала. Пандемиядан эвел сағлам яшайш тарзыт беркезінде чалышайды. Сон мойсе қапалды, яш қадын исе ишсіз қалды. Кирағы алынған мескен 2 кичик бала, омур архадашының айлығына күн кечірділер. Сон исе мешгулик меркезіне турды, ярым ел тазминат алды. Яхшы да бу паралар бар еді. Бала бақча үшін біраз ұрбаға, умумен 10 бинге яқын чыға еді. Тазминатны ярым ел девамында толедылер. Январьның сонында эсе ишке кірмек үчін бірхач ерте клиф атылды. Почтажи йонелишны сечтым, чүнки али тасилим да бытмеді. Динат бойынша алмайлар. Рухиячы тасилины бітерея там, ама хастаханеде айталар ки тек диплом алынған соң. Егер олса біле бойле қайде. Пандемия башланғандан берлі Қырымда ресми шекілді ішсізлерінің сайысы 9 кере артты. Егер кешкен сене бұ 5000 адам олса, бұ ел 46 бинден зияды. Мешхулик меркезіне тек ішіні жойғанлар дегілді, чоқтан берлі ішсіз отырғанлар, яда келеріні сақлап чалышқанлар тұрдылар. Бош іш ерлерінің сайысы ексілді, бұрыш еріне 4 адам тұра. Сіз декабрінің 16-сында қайт олындыңыз, 11 күн девамында ішсіз статусы беріле. Кырым сакинлеріне іш тапмаға межгүллік меркезі ярдым әте. Кырым бойынша 22 территориаль бөлік бар. Шымды олар дистанцион шекілде чалышалар, ішсізлер госуслуги порталы вастасынен қайдетілелер. Оларны малымат басасына кірсетелер, бош ерлер ақында малымат бұтын Русия басасында тұтула. Оны ер күн янарталар, бүгінгі күнде 15000 бош ер бар. Хесапқа алынма, қариза бермек. Мына бұл ерде ерші язылы. Бойлет азминатны кем ала біле, эсапқа насыл етіп тұрмақ. Мына бұл ерде видео бар. Шынды межгулик меркезі туристик саанын мойселерінен фуал іш алып бара. Бұндан ғайры, шыфа хане курорт саасының мойселерінде кереклі зинатлар бойынша қошма тасил бере.
прошлом году. Кечкен сене эмек семерлігі ве межгулейке кол тутув милли лейха черчевесінде территориаль бөліклерден бұрынде модернизация кечірілді. Бұл ақмежетте. Мүштерелерге қызмет костеруді екене талаплар назарға алынды. Земаневи усулиетлер ве технологиялар қылланувынен қызметлер костерлювының кефеті юкселтежек. Меселені чезмек үчін Қырым акимиеті енді чарелер комплексыны ішлеп чықарды, вет аздықлады. Олар ішсізлерге іш тапмаға, іш адамларына ярдым етмеге, қошма зенат тәсілі берілуіне, іш бұйырджыларға субсидиялар айрылуына доғыртыла. Бұ іште чоқысы везірліклер іштирак еті. Ос программаларымызда орта векичек бизнеске қол тұтмақ үчін белі бір малеви дестекні назарда тұтамыз. Бұйық санаи муэсселерге де ярдым көстерілежек. Шу жүмледен Қырым Жүмхуриетінің әлісінің межгүлігіне қол тұту программасы мастасынен кене шу тедбірлер кешірлежек. Олар енді 2020 жесене осемерілігіні көстерген еді. Пандемия девам аткен вақыт есе, вазиет бірден яхшы тарафқа дэнышы жегені беклемек олмаз. Ама яваш-яваш оды ғырланачақ. Ишсізлік есе эксележек. Соңки вақыт коронавирус юққан хасталарының сайысы эксіле. Бұ вазиет контроль етілгеніні таздықлай ма ажыба? Джумхуретіміздекі эпидемиологик вазиет ақында Қырымның вице-премьері Эммек ве іштимай қоруф везері Елена Романовска тариф әті. Милет телеканалымыз үчін махсус интервью. Елена Васильевна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Добрый день. Коронавирус по-прежнему остается главной темой. Радует, что в Крыму уровень заболеваемости только снижается, взрывного всплеска нет. Как удалось достичь таких результатов? Я думаю, что это общие усилия всех крымчан, не только тех служб, которые отвечают за это направление. Все-таки были в течение года приняты меры ограничительные и по работе некоторых учреждений, в том числе перед Новым годом. Все помните, были приняты ограничительные меры по работе общепитов, по отмене массовых мероприятий, корпоративов и так далее. Мы, конечно же, очень волнительно ожидали эти праздники, переживали в том числе и по количеству наплыва туристов, которые приехали в Крым, и по бронированию отелей, и санаторно-курортного комплекса. Тем не менее, мы достойно приняли и туристов, и отдыхающих. И крымчане отметили Новый год так, что сегодня мы видим снижение заболеваемости падает. Это значит, что все ответственно отнеслись к этим праздникам и встретили Новый год дома. Но сегодня мы постепенно, уже вы видели, и отменяем эти ограничения, уже заходим в плановый режим работы многих предприятий, потому что экономика предприятия – это, конечно, жизнь каждого человека, его обеспечение материальное, и глава республики это понимает. Поэтому стараемся так, чтобы не пострадали те граждане, которые работают на таких предприятиях, где были ограничения приняты. Как обстоят дела с коечным фондом? Коечного фонда очень, так скажу, достаточно в республике, с учетом того, что у нас снижается заболеваемость, и в том числе заболеваемость тяжелых случаев, когда необходима госпитализация. На сегодняшний день у нас 61% занятого коечного фонда, поэтому уже было принято решение о том, что мы сокращаем коечный фонд, который был занят под ковидные койки. Из 4000 коек, которые были выделены под ковидные госпиталя, мы сокращаем больше 600 коек. И я думаю, что с учетом того, что вот так будет падать заболеваемость, коечный фонд по-прежнему дальше будет сокращаться. По районным городским больницам, где были открыты небольшие отделения ковидные, они будут закрыты. Соответственно, со своими мерами предосторожности открыты будут койки в планового режима. Уже сегодня открыт госпиталь ветеранов войн для приема плановых больных. Это ветераны, пожилые граждане, потому что у нас есть и целевые показатели по диспансеризации такого пожилого населения. Сегодня прекратил работу как обсерватор санаторий, детский санаторий «Здравница», который в течение всего этого практически года работал как обсерватор, и особая благодарность сотрудникам этого учреждения. В планах открытия второго родильного дома Симферопольского. И, конечно, в планах открытия еще и отделений, где проходит лечение граждане, у которых заболевание сердечно-сосудистой системы. Потому что, к сожалению, эти показатели у нас падают, и несмотря на то, что достаточно средств, мы должны в первую очередь уделить внимание и таким гражданам, чтобы они вовремя получали плановую помощь. Так что мы планомерно, конечно, будем открывать те больницы, которые оказывают помощь и второго, и третьего уровня таким гражданам. Сегодня в республике прививочная кампания в самом разгаре, подключились даже выездные прививочные бригады.
Хватит ли на всех вакцин и сколько человек уже привились? Вчера поступила дополнительная поставка вакцины. Почти 8200, 8190 доз вакцины. До этого мы получили уже 31 с лишним тысячу доз вакцин. Поэтому в наличии у нас, с учетом того, что уже привились первой вакциной, вы знаете, она двухкомпонентная. Первым компонентом привились больше 17 тысяч крымчан. Уже вторым компонентом привито больше 1000 крымчан. И количество их будет расти, потому что растет количество привитых уже первой вакциной. На сегодня у нас количество доз вакцин больше, чем крымчан, которые записались в очереди. Лучше всего записаться заранее. Вакцины хватит всем. Тем более, что сегодня, если у нас были в первое время организованы 31 кабинет вакцинации, сегодня их 56. При этом созданы 10 мобильных бригад, которые выезжают и на предприятия, в регионы для вакцинирования населения. Количество выездных бригад будет увеличиваться только, потому что мы считаем, что необходимо приближать эту помощь к людям, для того, чтобы они не приезжали из отдаленных сел вакцинироваться в поликлинике. Сегодня будут привлечены с центрами социального обслуживания автомобили, которые были приобретены в рамках проекта «Демография» для подвоза старшего поколения на диспансеризацию. Сегодня эти автомобили будут работать на подвоз старшего поколения на вакцинацию. Вакцина будет поступать регулярно, раз в неделю определенная доза, и федеральное министерство уже оповестило, что есть график поставок. То есть к концу марта еще в гражданский оборот уже массово войдет вакцина «Эпивак Корона», а к концу апреля мы ожидаем уже и третью вакцину Института Чумакова, то есть еще и для категории граждан, у которых есть определенно другие хронические заболевания, будет возможность выбрать ту вакцину, которую они считают, и их врач будет считать безопасной для этого гражданина. Тем не менее, спутник ВИ, та вакцина, которая сегодня присутствует у нас во всех поликлинических отделениях, она абсолютно безопасна, и мы получили указание, что кроме первоочередных категорий – это медицинские работники, педагоги, социальные работники. Четвертая категория – обязательная вне очереди для вакцинации – это граждане старшего поколения. А как обстоят дела в регионах? Сегодня распределяется вакцина следующим образом. Мы видим по каждому городу, району очередность записи на вакцинацию. Она распределяется пропорционально именно этой очередности. И сегодня районные поликлиники организовывают в том числе выезды по селам. Я уже говорила о том, что, допустим, Первомайский район уже имеет такой опыт, когда выездная бригада выехала в определенное село, предварительно объявили о том, что будет проходить вакцинация, и сельские жители за один день 50 человек сразу провакцинировались. Вот этот метод работы мы будем внедрять во всех районных поликлиниках. Там, где недостаточное количество поликлиник либо прививочных пунктов, будут открываться дополнительные прививочные пункты. Сегодня ведутся переговоры еще и с частными клиниками и клиниками, которые имеют возможность выезда мобильных бригад медиков, для того, чтобы они подключались в том числе к вакцинации. Ну и, конечно же, большое подспорье – это работа выездных бригад на крупных предприятиях. Какие еще меры поддержки для крымчан существуют на сегодняшний день? И удастся ли республике справиться со своими социальными обязательствами в такое непростое время? Все меры, которые были предусмотрены и ранее, до ковида, и во время ковида, поддержки семей с детьми, поддержка малообеспеченных граждан, поддержка многодетных семей. Они сохранились и в этом году. Добавляется в этом году новая старая мера, так скажем. Это социальный контракт. Эта мера была предусмотрена из бюджета республики. Особой популярностью она не пользовалась у наших жителей, но сегодня она приобретает новый вид. Во-первых, финансирование практически 95% – это федеральный бюджет. И мы получили возможность получить большее количество средств из федерального бюджета на предоставление такой меры поддержки. И уже четко прописано федеральными порядками, на какие виды направлений мы можем использовать эти средства. В первую очередь это на ведение личного подсобного хозяйства. И обязательным условием после предоставления такой меры – это регистрация человека как самозанятого, либо открытие индивидуального предприятия, предпринимательства. И на такую меру поддержки предоставляется 250 тысяч рублей из бюджета
собственно говоря, ну, уже федерального и республики софинансирования. Средства соцконтракта могут быть направлены на получение новой профессии, на переобучение, на поиск работы, все, что касается, вот опять-таки, службы занятости. В меньшей степени процент будет направлен этих средств на оказание материальной помощи гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Но задача, опять-таки, все равно заключение социального контракта. Это некая прописанная программа о том, как человек выйдет из своей трудной жизненной ситуации, как он это будет реализовывать. Следующая мера поддержки, которая была введена по указу президента еще в 2020 году, это пособие семьям, в которых воспитывается ребенок от 3 до 7 лет. В 2020 году это были семьи, у которых средний душевой доход на каждого члена семьи был ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте. И размер такого пособия составил 50% от прожиточного минимума. В текущем году по указу опять-таки президента страны еще прошлого года было обещано, что если семья получает такое пособие, не справляется с трудной жизненной ситуацией, остается все равно категория малообеспеченных, пособие увеличивается в два раза. Уже проект указа президента подготовлен, он проходит сейчас процедуру согласования. 1 апреля планируется, что после принятия всех этой нормативной базы граждане, которые получали пособие в прошлом году, которым было назначено на 12 месяцев такое пособие, подают заявление с просьбой рассмотреть повторно назначение этого пособия, и органы соцзащиты уже будут рассматривать, подходит ли семья под увеличение этого пособия. Граждане, которые уже после 1 января заявились на такое пособие, им автоматически это пособие будет пересматриваться, и, соответственно, автоматически, если оно увеличится, будет произведена выплата. Это все направлено на то, чтобы наши семьи вышли из категории малообеспеченные, и дети воспитывались в достойных условиях. Елена Васильевна, спасибо большое за интервью. Пожалуйста, всего доброго, будьте здоровы. Спасибо. Парачух Олмай, федераль вебызым Кырым Малеймызден ғайры ватанымызның инкишафына инвесторларда қошыла. Ятырымларның көлемі енді 150 бинден артты. Буал ади Кырым сәкенлеріне не бере? Жевапларыны Невбетте Келевхамызда тапарсыныз. Оңайтылы наклиет жазымы Кырым пайтақтына яқын ер. Ахмеджетінің четінде Семашка адына яңы тіби меркез янында иш қайнай. Тізден мұнда Кырымда бірінші олған А-класс логистик комплекс құрылачақ. Құрыжылық девлет тарафындан дегелді. Инвесторның параларына кечіріле. Джумхурет ве шейр акимиеті ярдым әті. Логистик комплекслер юкны кыска вакытта сатычыдан истималчыга кычык малеви масрафларнен еткізмеге имкан бере. Масрафлар эксилечек. Демек, тюканларда пиатлар да уджузлайчак. Кырымда бойле меркезлер тікленолевы президент Владимир Путинын авалелерінден бұрадыр. Ахмеджетте инвестлиха Кырым везірлер шурасының колтутывыны тап 2018 сенесі казанды. Анбар одалары кеніш олачак. Оларнын юксеклігі 10 метр. Тірден зияде зиманеви авалану системалары ве янгынлык хавсызлыгы назарда тутула. Ятырымларнын көлемі 325 миллион рубле. Бызым логистик комплексымыз 3PL форматы бойынша хызмет көстерекек. Демек, біз мақсулатны анбарда тутмақтан ғайра, оларны кереклі ерге еткезіжеміз ве бызым мүштерелерімізге кереклі хызметлер көстерекекміз. Курулачак А-класс логистик меркезнен энді чешит ширкетлер меракланы башладылар. Оның курулмасыны энді елның сонунда юкенлемеге планлаштыралар. Комплексның бірінші невбетіні исе энді бу язда тапшырачаклар. Бызанлаймыз, бүгінгі күнде Кырым Джумхуриеті территориясында анбарлар керек. Чүнкі бұ Кырымның меркезіне белі малларына алып келмек ве бұндан сон оларны бұтым ярмадаға ташымақ логистик имканыдар. Ахмеджет районында исе инвестлиха мелге кечерілуі черчевесінде яңы Сарабус көйінде меденіет әвінің бетіні тамерледілер. Бинаның о корнышы 2 ай девамында дыңышты. Тамиратқа 5,5 миллион рубле масраф әттілер. Паралар қытта инвесторындан, тілеклер ерлілерден. Бинаның ок тарафы тап совет бірлігі деварынден қалған әді. Сылав ешіліп түшкен әді. Корыныш эстетик дегіл. Біз бұны насыл япмақны тәклеп әтті.
кирек. Олар колтуттылар, тулсынен малие айырдылар ве эке ай девамында меденият эвы сыз шымды көргеніңізге чеварылды. Инвест Аңлашов Джумхурет Акимиеты ве шахси фирма арасында тезеле. Иш адамларына муниципалитет топрағына кераға берелер. Хруджилық ишлеріні инвестор ойс параларына алып бара. Ве онын мечбуриеті пейдаула. Мисаль оларақ мединиет эвыны мектепні ве илях ретамир етмек. Параларына қайда масраф етмесіні ерлі акимиет белгілей. Боле әтті Пахмеджит районында инвестор ерні кераға алды. Автосалон құрды. Сатуларнын яңы ноқтасы деме кошма иш ерлерінін ачылуы. Бу автосалонда олар 70-ке яқын. Бундан ғайры инвестор Темираға койу үчін канализация проектының фиатыны төледі. Бу исе 2,5 миллион рубледен зияды. Яны инвесторлар пейда оғаны пек яқшымен беллесем, оларның сайысы ел-елдан арта жақшымды 20-ге яқын аңлашма ишленіле. Оларыны көлемі 20 миллиардқа яқын. Шымды Крымда 202 инвест лейха мельге кечерелі. Оларның умуми фиаты 154 миллиард рублеге яқын. Демек, Джумхуриетның инкишафы толу шекілді девам әті. Бу іште ері месулиетлі бизнес іштырак әті. Оларға регион акиметі қол тұта. Яд бала олмай, диқат айырмақ, яраланған гонулге юрекс жағыны бағышламақ, доғмыш кібі тербейелімек. Башқаларының белясына первасыз қалмаған адамларының ярдымынен, ведевлет істегінен интернатта ве бала евлерінде бұлынған балларының енді 94% құранталарда яшайлар. Бізім бойле бір шартымыз, әр вақыт аш олмалы. Шурбадан безген вақыт фастфуд пішірелер. Бүгін байыр қорантасында ақшамлық сыджақ бутербродлар. Өсмірлерінің севімлі ашы. Бұ әвде әр вақыт қынтавлы, оалы бақылған балалар үчін туған ер олып қалды. Олар яқшы оқойлар, әвні өзлері жиштыралар. Ве сайывлы дақаларда софраны донаталар. Анам яда таталарым мисал үчін пішіре, біз ярдым әтмек үчін келеміз. Бұ қорантаның башы Наталья Байыр ағырлықлардан қорқмайып, оғлан ве қыз балаларыны өз ювасын алды. Ершей 16 ел эвесі башланды. О вақыт Наталья бала юртунда тербиечи олып чалыша еда. Оғланчықны кетірділер Денис Задирака. О вақыт менім ең кичек оғлым 3 яшында олғанда қорантамызға да бір оғланчық алайы қолмаңа пек оқшай деп яныма келген еді. Ершей бойле башланды. Балаевыны қапаттылар, ама Наталья тербейленген балларнен айрылып оламады. Шымды қадының 16 баласы бар. Олардан үчі доғмыш әвлятлары. Ер үшті анасына таян олалар. Атта евнің екінші қатыны көтерділер, ер кезге ер етсін деп. Шымды оларнен бірабер 4 қыз ве 1 оғланчық яшайлар. Тезден құрантада яны азалар пейда олажақ. Бұ одайынды оғланчықлар үчін азырланды. 10 яшлы оғланчық топеде ятажақ. Бұ ерде Никита юқлай, шымды о шифаханеде. Бұ ерде есе Мишаня юқлайжақ, о 6 яшында. Оның үчін ойыншақлар құтысы азырланды. Бұйықче оғланлар үчін дерслер үчін масалар, китаплар чоқ. Екінші қатта бізде оғланлар үчін 2 ода ве аяқ йол. Ве ақайымнен бізім ята қодамыз. Бұ есе Гуляйхинлерінің эвы. 2 ел әвелсі айлы Новосибирск шерінден Ахмеджитке көчті. Оларның 13 баласы бар. Шымды оларнен 7 әвлят яшай. Бірінші балларыны 2006 сене алдылар. Рухсетні 2 ел бекледілер. Весіқаларыны девамлы вақыт топладық. Бізні әр тарафтан тешкерділер. Біз пек яш олғанымыз себебінден олса керек. Оз балаларымыз йоқ әді ве василик органлары бізім себеплеріміз аққында чоқ суал берділер. Біз бұны япып олырмыз мы, йоқ мы? Ама енді бірінші ел девамында қорантамызға 8 бала алдық. Ве бұ ұшыны яқшы бежердік. Ве уйкен балаларыны біз бұйытып еладық. Ярымаданың сыжақ иклемі ве дүлбер табиаты. Сияхат әтмек ведіңізге яқынча олмақ имканы. Тамам шу себептен Гуляйхинлер Қырымға көчтілер. Бұйық әвімізні пек бегенем ер чоқ. Дайма епіміз бераберлікте ойнаймыз, фильмлер бақамыз. Ярланған бала юрегінің бұзы ирегеніні көрмек. Евсайба Анастасия Зенат бойынша адлейджі, верухаятчы оджа. Оның тәсілі балларнен тіл тапмаға ярдым әті. Омур арқадашы ве уйкен балларның қол тұтуы да мұйымдар. Айледе яда баланен бір шей олса, олар бұақта бірден білелер ве маңа язып башлайлар. Ана, қасевет әтме ерші яқшы олар, ана, ақылыңдамы менінде ойле олған еді. Мен ақшам девамында бір қач ананың фықырны ешіткен соң еңгілде ола.
Бүгінгі күнде Қырымда балларны екі шекілді алып бақмақ мүмкін. Бұ балларны белі вақытқа қабул етіп баққан айлелер ве оларға өз сойадыны беріп, оларны доғмыш кабы бұтын омыр баққанлар. Умумен, Джумхуретті аман-аман 5000 бала бөле бақуға мұқтач. Оларның 94% бала юртларындан тыш яшайлар. Бек яқшы аңламақ керек, бақылуда мұқтач олған әр бір бала белі бір ғайыпларға раст келді. Баланы алып бақыма қолай олмаған, ама пек мұйым қарардыр. Бір талай весіқаларыны топламақтан ғайры, баланы алып баққан ана-бабалар үчін мектепні бітірмек керексін. Тек ен яқын туғғанлар бөле оқуыны кечмейлер. Бұ доқмыш бита қырт бабалар. Қырымда бөле мектеп шымділік бір дане. Оқымаға істегенлер есе бір қачайға әвел тізілелер. Шымды коронавирус пандемиясы себебінден дерслер күндізілік ве ғайаби шекілді алып барыла. Оқуф 2 афта девамете умымен 75 саат. Бұ вақыт девамында олачақ ана-бабалар әр шейні яқшы тұшыны бақмақ кереклер. Бөле месулиетлі ішке азырлар ма? Мектепнің әсас вазифесі екінші керелік оқсызлікінің оғыны алуыдыр. Баланы алып, оңа ярдым әтмеге істегенлер жедвелі. Олар имкенларыны қабартмайып, керчіктен де балаға ярдым әтмелері үшін. 18 яшына келген же әвелкі қорантада раст келген епіс ағырлықларыны ұнытмақ керек. Мектепні бітіргенлерге шиадет наме беріле, бөле курсларны мемлекетіміздің дегер регионларында да кешмек мүмкін. Мектеп көстерді ке, Қырымда ағырлықлардан қорқмағанлар чоқ. Шымды 46 қырымлы айле баланы қабыл өтмеге істейлер, 89 адам ісе өз сойадыны беріп баланы доғымыш өтмеге разылар. Интернат ве бала юртлары баларына малиеви дестек бойынша Қырым мемлекетіміздің ең яқшы 4 регионы жедвеліне кірді. Егер бала сақат олса есе, ерайлық төлевлерден ғайры да пенсия беріле. Екі азғари үджерет. Бұ бір айда 23400 рубле. Федераль дестек ақтада ұнытмақ керек мей баланы алып баққан әр бір қоранта бір керелік ярдым алмаға ақы бар. Инсафсыз, месулетсіз, кемерде есе залым ана-бабалардан бөле баларны алалар. Өзлеріні есе қара жедвелге кірсетелер. Даймейлік, яқшы ке бөле алар сирек раст келе. Екатерина Горелкина «Жизнь в твоих руках» адлы джема тешкілятының рейсі бөле фікірді. Баларны алып баққан куранталар бұйышны яқшы бежерелер. Бұнен берабер девлет туған ана-бабаларға ярдым көстермек, яни баларны өз куранталарында қалдырмақ керек дей. Ағыр вазиетке етмезден туған анаға нормаль тазминат төлемеге, оны туған анаға бермеге ярдым етмек яқшы жа. Егер о бұйышны озы япып оламаса, ондан баланы алалар. Оз мескен шарайтыны яқшы жа етмеген же. Бала есе башқа қорантаға тұшы, анда да балаға яқшы тазминатлар төлейлер. Бойле шей олмамақ керек деп түшінем. Шымды бір қоранта 8-ге же бала алып баққа біле. Ама Русиялі жемаатчылар бұ рақамны эксілтмеге теклиф әттілер. Ана бабалар өз баларына чоқча вақыт две диққат айрылмалы ічон. Бұ суалны дефалар же музакереге чықардық. Бұзым сон ки бұтын Русия тәдбірлерімізден бұрын деп бойле теклиф сесілендірілді. Алып баққан айлелерге 5 бала ғаджи. Ама бұ әлбеттек фықырдар оны бақажақлар ве музакере етежеклер. Айлеге қабыл етіп баққан ана-бабалар, не қадар яқшы олса біле, чоқысы балалар, оларыны туған анасы келіп алмасы ақында арз етелер. Ама статистик мәлімат пек қаты. Ана-баба ақыны бір елда тек 5-8 адам қайтара. Яйнымыз соңына келді. Милет телеканалымызны сер етіңіз. Евлеріңізге тек яқшы хабарлар келмесіні тілейм. Эфирде көрішкенше.